Что это такое в тарелке? Это шарлотка, которая нифига не испеклась. Пеклась она в газовой плите. Высила. Духовка здесь электрическая. Суть в том, что пирог пропекается только с верхней стороны. Сейчас он уже перевернут. Снизу сейчас корочка. А когда он пекся, она была сверху. Включил режим нижнего подогрева. Немножко подождал. И оказывается, что этот нижний подогрев нифига не греет. Неисправность найдена, нужно ремонтировать. Меряем верхний тен. 54 Ома. Нижний тен. Тут вообще ничего не показывает. Значит, он сгорел. Нужно его менять. Приобрел новый тен. Теперь нужно его заменить. В передней части плиты снизу вынимаем ящик, который здесь стоит. И снизу видим утеплитель. Этот утеплитель подвязан на двух проволочках. Эти проволочки нужно открутить. Вот одна. Вторая. И теперь можно открыть утеплитель. Вот. И вот он тен. Вот эта пластина, а с другой стороны к ней крепится тен. Вот в этом месте стоят болтики. Эти надо болтики открутить. И, наверное, тен можно будет весь вынуть. Клеммочки нужно снять. С той стороны держать отверткой изнутри, а снаружи стоят гаечки, и эти гаечки надо открутить. Одна открутена, теперь вторую. Теперь можно вынуть тен. Так, он тут таких хвостиках закреплен. Убираем старый тен. Вот что с ним стало. Сгорел он. И теперь ставим новый. Загибаем хвостики, как было. И теперь можно его поставить обратно на место. Теперь надо затянуть два болтика. Болтики затянуты, тен на месте. И теперь заворачиваем обратно утеплитель. Утеплитель запакован. И проволочками закручен. Подцепляем клеммочки. После утеплителя еще нужно поставить снизу металлическую пластину, не забыть. Она прикручивается на двух саморезиках. Ставим заднюю крышку. Теперь нужно испытать тен, как он тут греет или нет. Включаем нижний подогрев. Вот. И какую-нибудь температуру. Ну, 200 градусов пускай будет. И подождем. Тен включил, а индикаторы не загорелись почему-то. Тут загорается, а тут нет. Оказалось, сгорели неонки. Подключу новую неонку. Она светится. Нужно, в общем, их поменять. Поменял одну неонку, горит. А вторая неонка на регулировку температуры. Надо ее менять, но у меня больше нет таких неонок. Надо будет приобрести. Пока соберу так. Нижний тен включен. Проверяем. Работает.
можно печь пироги. О, пропекся. Запеканочка. Плита работает отлично. Можно пользоваться.